Третья неделя сбора стартовала. Да, видно, уже тяжело ребятам. Обычно сборы проходят двухнедельные, либо 12-дневные, но была возможность, решили на 3 недели. Да, фон психологической усталости присутствует немножко, но ребята терпят и также желанием работают. Последнюю игру мы сыграли с Вайкалом, провели, можно сказать, по результату может быть не хороший матч, но в целом мне игра понравилась. Я уже увидел небольшой сдвиг, есть проблески того, чего мы требуем от ребят. Моментами выглядели очень неплохо. Были моменты, конечно, не очень хорошие, но мы над этим должны еще поработать. К любому сопернику мы готовимся, неважно это Амкар, не Амкар, это команда, с которой мы хотим показать свою в первую очередь игру. Мы не будем под него подстраиваться, уровень соперника мы не знаем. Опять единственное, что, наверное, может внести свои коррективы, это погода и состояние футбольного поля. Наверное, это больше всего не радует, потому что пошли дожди, поле немножко размытое, какого качества будет неизвестно. Что касается Артема Быкова, он приболел. После болезни случилось небольшое микроповреждение. Сейчас Артем уже занимается по индивидуальной программе. Что касается Сергея Кисляка, получил небольшое повреждение и решение было отправить его домой на обследование, плюс индивидуальную работу. Самое главное, наверное, проблема, что столкнулись с болезнями и незначительными травмами. А так с нетерпением ждем начала, уже как хочется начать сезон, хоть он стартует с кубка, посмотреть нашу готовность и показать, наверное, результат того, то, что мы закладывали в предсезонке. Можно сказать еще, что официальные игры отличаются от игр в предсезонке. Уже будем настраиваться на результат в первую очередь.